Привет, друзья, у нас зима рекордная по выпавшему снегу, а я до сих пор вам это все не снял. Здесь, правда, это все отслеживать тяжело на этих пейзажах. Ну, куда я иду, там снимаю, извините. Далеко заходить не буду. Что у нас происходит сейчас? Происходит восстановление баланса постепенное, плавное. Ну как плавное, каждый день ва-банки. Ничего нового. Ну, так или иначе, это мой стиль фирменный. Так или иначе, все будет восстановлено. В феврале будет большая прибыль. Вот видите, снег летит с крыши. И весь тот минус, который был в январе, он будет в феврале уже с другим знаком, не с минусом, а с плюсом. Это я вам обещаю. Все у нас будет хорошо, друзья. Стрим, когда следующий, не знаю. Не скоро, наверное, надеюсь. Сколько просрал в январе, сегодня посчитаю. Я вас люблю удивлять, друзья. Я вас удивляю часто. То гирями под диваном, то прогулки по лужам. Вот сегодня вас удивлю тем, как у меня куртка застегивается вот на такую вот штучку. Гениально ведь? Но какая разница? Ты ее застегиваешь, и это все не видно. Такая вот гениальная у меня застежка. Здесь уже что-то более похожее на нормальные сугробы. Можно оценить размер. Вы видите, что ни влево, ни вправо особо не свернешь. Если машина поедет, хер знает, куда я буду деваться. Иду прямо по проезжей части. Вот еще сугробы тоже неплохие. И вот я вышел к Щелковскому шоссе. Вот такая вот охуительная тропинка, блядь, по которой очень круто идти. Такой вот я себе выбрал маршрут. Если бы я пошел чуть левее, там лесенка, которая разделяет янтарный и восточный. Лесенка в прекрасном состоянии. Вместо ступенек там просто горка под углом 45 градусов. И лучше ее все-таки обойти. Немало народу там уже попадало. Вот как сейчас снег падает с деревьев. Магазин верный, как всегда. Мандарины 84 по акции, марокканские. Нихера там нет ничего по акции. Вот, посмотрите буклет, посмотрел. Там близко ничего такого нет. Но в интернете совсем другая информация. Что все это есть. Интернет отличается от каталогов, как небо и земля. Ненавижу этот магазин. Вечно там интернет не работает. Стиральная машинка внутри грохочет. Консультантов нету. Сканеры не работают, весы не работают. И цены неправильно стоят. Ну, короче, блядь, дерьмо, не магазин. Ну, собственно, друзья, все. Ролик на этом заканчиваю. Спасибо за внимание. Пока.